Федеральный суд в США обязал немецкий автоконцерн Volkswagen выплатить компенсацию по дизельному скандалу. Компания должна приступить к выплатам в середине ноября. Сумма компенсации составляет 15 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает выплату чуть более 10 миллиардов долларов на выкуп у владельцев автомобилей с программным обеспечением, которое занижало показатели вредных веществ в выхлопных газах. Еще 4,5 миллиарда долларов предусмотрены на ликвидацию экологического ущерба и разработку автомобилей, которые в меньшей степени загрязняют окружающую среду. По данным Volkswagen, проблема фальсификации экологических тестов может затрагивать до 11 миллионов машин по всему миру.